Я продолжаю вот ленту ВКонтакте листать. Смотрю вот в основном все мероприятия. Вот Елена Касаткина. У меня складывается впечатление, что Елена Касаткина, ну, мне сказали без фамилии, ну, она же здесь написана. Я ВКонтакте читаю. Елена Касаткина одна, получается, здесь самый главный молодежь. Ну да, если смотреть по ленте, да, в основном, да, то есть работает в той молодежи, по факту, получается, одна. Да. Получается, ну если по этому смотреть. Я еще смотрю ленту, я хочу найти молодежь, но я вижу в основном людей, которые за, там, за 40. Ну вот дети вижу, да, дети есть. Это как в ДМБ было, помнишь? Видишь суслика? Нет, и я не вижу, а он есть. А потом была песня «Черный дембель». Да. Не, ну мы никак не к дому молодежи, конечно. Ну я смотрю, вот у нас в основном молодежь, тут молодежь от 40, от 50, вот так вот начинают, это молодежь, да? В волонтерстве, сразу уточню, в волонтерстве есть серебряные волонтеры, они тоже ходят в дом молодежи, помогают в мероприятиях. Ну вот, наверное, их и записывают. Это от 55, по-моему, что-то такое. Поэтому я их, наверное, и вижу, вот они видно, приходят, фото. Нет, ну там, вот если полистать по... Куда? Там где-нибудь, ну, год 22-й, ну, может далеко, быть, сейчас... далеко, да. Но там будет, там увидишь. Там будет, да? Да, там будет. А там что там было? И фестиваль барабанщиц был, и магия танца. Ну, чего не было. Стоп, а куда делось тогда все? Ну, так, ушли специалисты. Специалисты ушли, все. Кто будет? Так проводить? Сколько в человеке сейчас работает до молодежи? Человек 30 есть? Ну, вообще, даже, вот честно, не знаю. Угу. Потому что вот, ну, кто был из старой гвардии, все поувольнялись с приходом, ну, новой власти. А кто сейчас работает? Ну, из старичков я знаю троих. Ну, не считая заместителей, директора. Заместителей? Да. На небольшой коллектив такой, сколько там заместителей? Три заместителя по ХР. Три заместителя на... Да, и два заместителя, один по патриотическому воспитанию, и один вот... Это как напоминает администрацию, но администрация — это крутая организация, широко представленная во всех форматах, в телеграмме, телевидением Антона, телевидением там еще там кого-то, я не знаю, это проект широкоформатный, там, по-моему, у Леонова, да, сколько там у него, три зама или четыре? Четыре, по-моему, зама. Ну, каждый имеет там по финансам, там, по людям, там, по кому там еще. Ну, вот по Царство Небесное, Олег Коржов был, это инвестиционная политика. Инвестиционная политика. Получается, Иван Иванович, да, Костырин, это по городскому хозяйству. Так. По ЖКХ... недавно осужденный Николай Зурин, сейчас на его месте Дмитрий Михайлов, зам, то есть, насколько я знаю. Я прочитывал, круто стал. Ну и наша бессменная. Да? Да, вот 4 зама получается. Угу, угу. О, «Белую ночь» нашел, 9 сентября. 9 сентября, это 23-й год, вот, да, сделали вот, «Белую ночь». Белая ночь. Белая ночь прочитал. Это краевое мероприятие. Тут даже прислали, я смотрел, брендовку прислали, красивую, да, провели. Но я, к сожалению, по состоянию здоровья. Так вот, я аналогию-то проводил. Получается, да, получается, что у нас в администрации 4 зама и в Доме молодежи. А, точно! Брат же руководитель отдела. Роман Романов. Точно, 5-й зам, я забыл про него. Нет, точно. Роман, да. Замечательно. Да, брат руководителя отдела по молодежной политике. Родной. А, вот так вот? Да.